Это под барон. Все, Санечка, скажи пока-пока, поехали в аэропорт. Пока, девочки, пока, мальчики. Такие мы сделаем. Саша выбирает себе колон, который нужно плести. Волосы. А Мариночка предлагает ей еще сегодня прядочку. Чтобы она не расстраивалась, она расстроилась. Сейчас мы сделаем еще ногти. Потому что супер стало. Смотрите, можно... И да, детей, и мужчин, и женщин. Красота вообще. Сейчас Сашка будет делать красивая. Завтра она здесь садик, 5 прям метра. Такие? Да. Все, вот это будет. Да? Вот такие. А сейчас прядку будем делать, дочь? Вот такую прядку какую-нибудь прикрепим. Красивую пойдем. Вот эту? Я так делала уже с этим. И теперь что я буду кушать? Сейчас, подожди, надо причесать это чудовище. Ну, и вот это мы уже точно берем. Разноцветными вот эти через один. Голубой, розовый, голубой, розовый. Ну, как волосики, это розовый, голубой, розовый, голубой. Делаем? Я так и хочу. Вот фиолетовый, розовый, голубой, фиолетовый. Ну, давай попробуем. Попробуем розовый. Девчонки. Голубой, а вот это тоже. Ой-ой-ой. Доча. Красоту какую делаешь. Давай я сейчас что-то это выложу. Ой, как классно. Это наклейки на ногти, да? Саш, видела? Не, ну как должно, так и блестит, как бы, вот я имею в виду. Но не жирнится. Нет.